На прошлом занятии мы учили щенка брать палочку в рот. Теперь мы учим щенка брать палочку только сидя, спокойно и без лишней суеты. Харбор, давай. Нет, сидеть. Сиди, да, хорошо. Давай, молодец. Харбор. То есть сейчас займемся тем, чтобы он брал эту палочку сидя, чтобы он не вставал. Нет. Сиди. Сидеть. Вот только за то, что он берет ее сидя. Арбор. Нет. Сидеть. Давай. Арбор. Он получает еду. Желательно, но не обязательно, чтобы щенок брал палочку сразу за клыками. Арбор, давай. Хорошо. То есть сейчас он не очень долго держит, но основное сидеть. Что нас интересует, это чтобы он брал ее сидя. Бери. Да, молодец. Хорошо. Теперь работает хозяйка щенка. Хорошо, повернись вот так чуть-чуть. Сидеть. Значит, щелкаем только если он взял палочку и сидит. На секунду взял, но сидя. Молодец. А вы еду-то ему дали? Нет. Сидеть. Молодец. Сидеть. Нет, сиди. Сидеть. Так, сейчас было это как-то рановато. Щелчок, когда он взял. Сидеть. Вы ему подносите прям ближе к носу, потому что, иначе, получается, вы сами его провоцируете на то, чтобы он вскакивал. Сидеть. Давай. Раз. Щелчок. И даем корм. Молодец. Так, еще раз. Харбор, бери. Харбор, взять на палочку. Молодец. Так, еще бери раз. Палочку. Сядь. Нет. Нельзя сидеть. Сидеть. Смотрите, вы делаете как? Вы ставите ее на дистанцию от него и говорите ему бери. Естественно, он, чтобы взять ее, встает. Сидеть. Вы подносите ближе к носу. Бери. Молодец. Совсем туда не вдвигайте, а просто к носу полностью, чтобы он сам брал, но так, чтобы у него была возможность сидеть, взять, не вставая. Сидеть. Вставай. Подъем. За поводочком. Поводочком его откорректируйте, сидеть. Просто рывок сделайте. Сидеть. Харбор, сидеть. Молодец. Так. Вот, молодец. Хорошо. Молодец. Сюда, Харбор, ко мне. Если вы щелкнули, когда собака совершала неправильное действие, все равно надо дать корм. И в дальнейшем быть просто внимательными. Молодец. Чуть-чуть палочкой его потревожьте. Молодец. Нет. Сидеть. Не впихивайте ему. Он встает. Так сидеть. Он когда встает, не надо щелкать. Сидеть. И кроме того, до этого вы, по-моему, не дали ему корм. Так, щелчок был, дайте ему корм. Не надо запихивать палку собаке в рот. Учите собаку брать палку, а не просто открывать рот. Молодец. Сидеть. Харбор, сидеть. Очень сильно его не зовите. Когда вы много кричите «Харбор», он начинает вставать и бегать. Лучше его палочкой просто потрогать. Нет, сидеть. Палкой не бейте его. Не впихивайте глубоко. Нам нужно, чтобы он брал за клыками. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы он брал палочку сидя. Но следующий этап, нам нужно будет добиться, чтобы он брал палочку сидя и при этом за клыками. Да, вот именно вот так. Поэтому ни в коем случае не надо его сейчас приучать брать глубоко. Сидеть. Это когда он рукав кусает, тогда он будет кусать полной пастью. Сидеть. Должен. Да. Молодец. Только щелкнуть нужно было, когда я сказал «да». Собака должна понять, каким действием в этой ситуации можно заработать корм.
мама. Нет, нет, сидеть, он встал. Сидеть. Но щелчок был, сидеть. Дайте корм. Сидеть, сидеть. Дайте ему корм и за поводок сидеть. Его подернуть. Сидеть. Сидеть. Помимо стула, конечно, хорошо, когда рядом стол сидеть. Еще. Где Карбат. У вас лежит еда. Да. Молодец. 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 Карбат. Молодец. Молодец. То есть важно добиться, чтобы собачка сидеть. Спокойно зарабатывала корм. Зачем отдергивать? Бери. Да. Молодец, умничка. Так, ты ну кусай. И пару раз последних. Арбар, да. Так, и последний раз. Бери. Да, молодец. Вот теперь он начал брать сидя и спокойно. Это то, что нам было нужно. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо.